Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Антрикс, и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Где-то уже 4 дня я не заходил в эту игру, так как был турнир ESL One, который я смотрел, не было времени позаписывать. И вот, в общем, я захожу и вижу, что у меня родился ребенок, и Эмиль Харди, кажется, того, откинулся. Ладно, мы его воскресим, и давайте для начала назовем ребенка. Меня просили ребенка назвать Вася Пупкин. Вот я не знаю, можно ли тут менять фамилию? Давайте назовем его Вася. Так, нет, фамилию менять можно. Замечательно. Вася Пупкин. Вот, ты будешь жить в нашем убежище. Добро пожаловать. Так, Вася Пупкин готов. Нам дают бонус. Не знаю, за что нам бонус. Мы же не заходили уже хрен знает сколько. 4 дня, может даже больше. Ну ладно, это приятно. Так, собираем ресурсы. Никто к нам не пришел, к сожалению. И давайте поподнимаем еще уровни. Что-то у нас с водой проблемы. Ну да, не очень все хорошо. Так, где еще? Кто еще хочет поднятие уровня? Вроде все. Так, мы, кстати, завершили задание. И посмотрим, что там у нас есть новенького. Так, задание у нас здесь. У нас есть как раз таки задание на Кейсик. Но нам нужно потушить 15 пожаров. Это будет очень долго и сложно. Ну да ладно, так, я думаю, вот это задание, где нужно сделать, чтобы 5 мужчин и женщин танцевали в комнатах, в жилых комнатах, я уберу. И посмотрим, что нам даст новое. 300 энергии. Ну, 300 энергии, это будет уже полегче. Так, смотрим, что там у нас случилось с чуваком на пустошах. Вот, он как раз таки откинулся. Что там он набрал? Набрал довольно неплохие вещи. Так, он умер. От кого он умер? От муравья, я так понял. От огромного радиоактивного муравья. Ладно, воскрешаем. Воскрешаем и отзываем домой. Домой он придет через 2 часа. Замечательно. Так, поднимаем еще уровни. Блин, почему же никто к нам в убежище не пришел? Ну, в любом случае, у нас есть 400 крышек. Давайте посмотрим, что мы можем расширить, что мы можем улучшить. Так, у нас есть новые комнаты. Нужно 20 жителей, и тогда у нас будет радиостудия. На радиостудии, как я помню, можно новых жителей привлекать. Это довольно прикольно. Но сейчас радиостудия нам недоступна, и мы, конечно же, будем делать детей. Так, Редрик вырос, да? Да, замечательно, он у нас будет поваром, как я уже говорил. Так, Редрик, блин, куда ты уехал? Давай, будешь у нас поваренком. Поваренок Редрик, приступай к своим обязанностям. Так, замечательно. Что мы будем расширять? Я так и не решил. Так, это Вася Бубкин. Он тоже, кстати, хочет быть поваром. Да, блин, что мы поваров рожаем? Нужно бы кого-то сильного родить. Я думал, от этого крутого чувака получится какой-то крутой ребенок. Но Вася Пупкин, если честно, так себе. Ладно, будем расширять. Жилые комнаты может расширить, хотя... Вроде нам это сейчас так уж сильно не нужно. Поликлинику тоже не нужно расширять. Может склад расширить? Давайте, хотя может лучше апгрейдить что-то. Так, апгрейд... Апгрейд водяной станции 1500, нет... Извиняйте. Апгрейд электростанции тоже 1500. Я бы апгрейдил, но у меня столько нет. Может, давайте прокачаем дверь убежища? 500. Так, пожар, кстати. Блин, нет, это тараканы. Я думал, пожар. Жалко. Так, это мы знаем, что на пустошах могут собирать различные обмундирования и крышки. Отбивайтесь от тараканов, и я буду ускорять комнату. А то, может, пожарчик вызовем, может, крышечек поднимем. Будет довольно неплохо. Так, хорошо. Ускоряем электростанцию. И это провал. Я надеюсь, пожар. Да, это... Блин, нет, это не пожар. Я думал, это огонек. Опять тараканы. Чертовы тараканы. Какого хрена вы лезете в мое убежище? Ладно, убивайте тараканов. И будем дальше ускорять. Будем ускорять сегодня комнаты. Попробуем выбить побольше крышек. Так, воду забираем.
Кстати, уже 500 крышек есть. И есть задание с водой. Так, у нас сейчас продать 4 оружия или формы. Посмотрим, что у нас есть лишнего на складе. А у нас на складе нет ничего лишнего, так что продавать ничего не будем. Подождем, пока этот чувак принесет. И там уже, может, что-то продадим. Так, давайте, отбивайтесь побыстрее. Мне нужно ускорять другие комнаты. Вот так. Молодцы. Так. Ускоряем. Так, почему ты несчастлив? Что с тобой? 34. Странно. Боже мой, что там у меня на улице делает? Я надеюсь, вы этого не слышите. Хотя, наверное, и слышите. Там то ли что-то пилят. Ладно, в любом случае, ускоряем. Ускоряем, и это еще один провал. Надеюсь, пожар. Да, это пожар, наконец-то. Наконец-то пожар. Сейчас один пожар потушим. Так. Он справился, один пожар готов. Так, он получает опыт. Хватит там сверлить! Кстати, улучшим давайте дверь убежища. Хорошо. Так, что мы еще сейчас ускорим? Поднимаем уровни и давайте ускорим водяную станцию. 31%. Я надеюсь, все получится. Да, получилось. Собираем, ускоряем еще раз. Посмотрим, как будет сейчас. Провал, надеюсь, пожар. Да, это пожар. Тушим. Мне кажется, или в игре не прошло 4 дня, потому что что-то как-то оно все медленно. Это очень странно. И нет новых жителей. Ладно, сейчас разберемся. Так, потушили. Давайте. Все, замечательно. Два пожара мы уже потушили. И давайте кого-то отправим, пускай там делают себе детей. Так, и, наверное, сейчас на этом ненадолго прервемся. Или, может, надолго прервемся, посмотрим. А то у меня тут вообще беда на улице, шум. И продолжим уже позже. На этом серия, конечно же, не закончится. Так, давайте для начала возьмем эту девушку. Отправим сюда. И возьмем... Вот ты, допустим, несчастлив. Пойди развлекись. Вот. На этом остановимся. Продолжим потом, когда пройдет немножко времени. Придут новые люди. Принесет наш путешественник новые вещи. Возможно, я еще выполню парочку заданий. Тогда уже можно будет сделать что-то интересное. И тогда мы с вами и продолжим. А пока что я с вами прощаюсь. Для вас пройдет всего секунда. Так что увидимся через секунду. Итак, друзья, продолжаем. Для вас прошла одна секунда, для меня прошли целые сутки. Я вот через сутки зашел в игру и вижу, что у нас родился еще один ребенок. Был у нас Вася Пупкин, давайте сделаем ему Василису Пупкину. Василиса Пупкина. Так, стоп, фамилия вот здесь. Хорошо, что фамилии меняются. Так, Василиса Пупкина, замечательно. Окей, так... Хорошо, забираем наши крышечки. И замечательно, у нас есть ребенок. Наш герой вернулся с пустошей. У него тут довольно хорошее оружие, броня. Давайте его сейчас запустим и будем это все дело разбирать. Так, чувак, я хочу тебя выбрать. А, стоп, это нужно делать вот так. Коллект, замечательно. Он у нас возвращается. Так, собираем еще энергию. И давайте посмотрим, кстати, по заданиям, что там у нас интересного добавилось, что можно убрать. Так, продать 4 оружия или брони. Возможно, сейчас что-то продадим, посмотрим. Так, потушить 15 пожаров, пока что только 7 потушено. Собрать 300 энергии. Ну, вроде все задания нормальные. Так, давайте будем... Вот, кстати, еще один пожар. Как раз-таки о птичках. Давайте потушим пожар. Так, поднимем уровень. Давайте потушим пожар, добавится еще один. И будем потихонечку все это разбирать. Так, ты кто? Ты Сара Уилсон, ты у нас, кстати, родила ребенка, и тебя нужно куда-то отправить. Что у нее? Эй, хорошо. Ну, поваров я вижу, у нас достаточно. Давайте ее отправим, я думаю, тот, у кого меньше всего эй, как раз-таки и уйдет. Да? Ты, у тебя что хорошо? У тебя интеллект есть. Сейчас мы его отправим работать либо в антиродин,
в лабораторию, либо в поликлинику, посмотрим. Так, ты, что у тебя? У тебя все хорошо. Тебя тоже можно, кстати, отправить куда-то. Давайте его отправим сюда, а тебя отправим в поликлинику. Тебя сюда. Замечательно. Распределили роли. Так, у нас 19 человек, нам нужен еще один, чтобы создать радиостанцию. На радиостанции уже можно будет призывать новых людей. Так что, извини, чувак, недолго ты здесь поработаешь, так? Ты мне нужен здесь. Так, кто это? Вася Пупкин вырос, замечательно. Так, Вася Пупкин, что там у тебя? Ты у нас тоже типа повар, но нет. Давай ты будешь работать как раз-таки вот здесь. Поработай, а то нам нужны люди, и пофиг, что у тебя интеллект не очень хорошо прокачан. Так, ему нужна женщина. Ты нам сделаешь еще одного ребенка. Так, где бы женщину найти для него? А давай ты. Ее сюда мы поместим вместе с ним. И пускай развлекаются, пускай делают нам новых жителей, а то нам нужен еще один для радиостанции. И теперь давайте будем устраивать инциденты, будем делать пожары. А то нам, кроме всего прочего, нужно потушить еще их довольно много. Вот как раз таки столовая. Активируем, заодно и накопим крышек, еды, крышек у нас уже дофига. Скоро будем улучшать наши комнаты. Так, и еще раз. Надеюсь на пожар. Так, провал и... Это да, пожар, замечательно. Хорошо, что не тараканчики. Давайте, тушите. Так, эти развлекаются, это им не мешает, это хорошо. Потушили пожар. 9, еще 6. Давайте вас немножко поторопим. Так, раш, 28%. Халявная энергия, замечательно. Торопим еще раз. Так, секундочку. Уровень, кстати, у кого-то вырос. Неплохо, они еще и за это опыта получают. Круто. Еще куча энергии. Так, задание выполнено, мы получаем 100 крышек. Хорошо, одно выполнили. Что там у нас появилось? У нас появилось... 10 ребеночков сделать. Ну, пускай висит. За это нам дают кейс. Это неплохо. Я думаю, со временем родим 10 детей. Это вроде не так уж и сложно. Хотя долго. Так, ладно, кстати, насчет оружия и брони. Посмотрим, что там у нас есть на складе. Вот это я уже сразу же продаю. Этот пистолет ни о чем. А вот это я, пожалуй, придержу. Так, что у нас здесь? Броня, броня пригодится. Так, одно продано. Забираем воду, давайте кого-то снарядим. Снарядим мы, я вижу, вот здесь почти все голые, без хорошей одежды. Допустим, тебя. Так, что нам тут нужно? Нам тут нужен P. А где у нас нужен S? Вот здесь нужна сила. Допустим, тебе мы дадим броню. Она вроде как добавляет силу. Так, вот броня. Хорошо. И дадим сразу же ей оружие. Дадим ей охотничью винтовку, ржавую. Дальше, тебя мы тоже снарядим, держи, и я думаю, тебя тоже, ты у нас в деловом костюме, хорошо, раздали оружие, и теперь можно ускорять дальше, не останавливаемся, раш, поехали, смотрим, будет ли у нас пожар, ну, халявная водичка, само собой, у нас с ресурсами вообще все очень круто, это меня очень радует, настроение у всех хорошее, растет, так что ускоряем дальше. Еще водичка. Так, ну теперь я не думаю, что у нас получится 51%. Да ладно, что-то все очень хорошо идет. И вот, наконец-то провал. И это... Это, блин, тараканы. Я думал, пожар. Плохо. Ладно, убивайте тараканов. Вы тут вроде с оружием. Так что, я думаю, справитесь быстро. Так, это забираем. И сейчас давайте будем что-то улучшать. Допустим, мы улучшим... Так, сиди. Случайно тебя поймал. Улучшим мы как раз-таки... Давайте электростанцию. Электростанцию нужно улучшить. Сколько там улучшения стоит? 1500. Да, мы это себе можем позволить. Так что делаем. Делаем, и теперь у нас здесь все еще намного круче. Еще больше энергии это будет давать. Это замечательно. Дальше, давайте будем вызывать инциденты. 50%, поехали. Хочу пожар. Хочу пожар, я это... Это пожар, супер.
Просто хочу сегодня еще выбить кейсик и открыть его, это было бы замечательно. Так, вы там что? Когда вы будете делать детей? Мне нужны дети. Так, давайте еще этих ускорим. Так, раш, 47%. Так, провал, и что это? Это тараканы. Окей, отбивайтесь. Я вижу, у нас через раз. Раз тараканы, раз пожар. Но если с такими темпами, то неплохо. Правда, упадет немножко счастье жителей, но зато мы получим наши заветные кейсики. Точнее, один кейсик. И откроем его, вдруг нам попадется еще один крутой житель. А то одного такого офигенного нам мало. Нам бы еще. Кстати, почему я не ускоряю как раз таки лабораторию и поликлинику? Их же тоже можно ускорять. Так, что там? Пошли делать детей? Замечательно, давайте посмотрим. Я хочу поцеловать тебя прямо сейчас. Идите, целуйтесь, развлекайтесь. Так, почему это все отдалилось? Неважно. Смотрим, смотрим, я даже закурю в честь этого. Еще один новый житель. Уже на подходе. Отлично. Эмиль и Меган. Ну что же, Меган, замечательно. Все получилось. Так, Эмиль, я тебя отправлю, пожалуй, еще раз на пустоши. Вот сюда. Дам тебе все, что у нас есть. Два стимулятора, два антирадина. Костюм и пушка у тебя хорошие. Вперед. Иди исследуй. А твоя жена, пожалуй, будет помогать на станции. Так, улучшить. Шестой уровень уже у кого-то. И будем ускорять вот эти комнаты. Раш, поехали. Может, пожар? Ну, один стимулятор. Это неплохо. Стимуляторы всегда нужны. Так, провал. И что это? Опять таракан. Ладно, ты справишься. Я в тебя верю. Пушка у нас есть. Так, стоп, не то. Пушки у нас нет. Ладно, убивай его кулаком. Я думаю, он его не съест там. Давай, отбивайся, чувак. Вот так. Хорошо, молодец. Давайте еще раз его ускорим. Может, на этот раз пожар? Смотрим. Да, пожар, замечательно. Туши. В общем, давайте я сейчас вызову еще парочку пожаров. Сделаю все это, и мы откроем кейсик. Это будет замечательное завершение серии. Так что ждите. Ну что же, тушим и последний пожар. И после этого уже и будем открывать кейсик. Это вроде бы 15-й, если я ничего не напутал. Так что сейчас все будет отлично. Так, что-то у нас беременная женщина бегает. Это довольно весело. Давайте тушите побыстрее. Я уже хочу открыть этот кейсик и посмотрим, что нам выпадет. Я хочу еще одного крутого жителя. Чтобы еще один был у нас крутой, отправлять его на пустоши. Давайте быстрее. Так, мы почти уже потушили. Так, что-то у нас никто не пришел. Все довольно печально. Ну да ладно. 20 человек мы поднимем собственными силами. И уже в следующей серии будем строить как раз-таки радиостанцию. И с помощью радиостанции привлекать еще больше новых людей. Так, блин, что вы так долго тушите? Ну, в принципе, комната большая, это неудивительно. Так, еще парочка огоньков. Давайте, народ. Да вы его потушите сегодня или нет? Вот, замечательно. И получаем наш кейс. Замечательно, наш ланчбокс уже есть. И давайте его откроем. Итак, 4 карточки. Первая это вода. Хорошо. Дальше броня. Замечательно. Мне нужна была еще хоть какая-то броня. Дальше 100 крышек. Неплохо. И житель, замечательно, Питер Браун. Блин, я не знаю, кто такой Питер Браун. Он у нас будет хорошим поваром. И у него много довольно удачи. То есть он будет удачлив на пустошах. Хорошо, еще один житель. То есть мы радиостанцию можем построить уже здесь. Замечательно, мы сейчас это и сделаем. Я вот уже вижу место для радиостанции. Так, чувак, ты у нас пойдешь работать. Нам нужен повар? Вроде бы нет. Давайте посмотрим, у тебя эй хорошо прокачано. Странно. Кого бы отправить в другое место? Ну, допустим, тебя мы отправим работать на электростанцию. Хорошо, а ты у нас идешь в столовую.
Добро пожаловать в команду, чувак. Ты у нас крутой. Заходи. Я очень рад, что ты мне выпал. У него, кстати, что там у нас за броня? Какая-то байкерская, я так понимаю. Это даже не байкерская, это обычная спортивная броня. Шлем для американского футбола. Кстати, насчет второй брони. Давайте дадим ее этому чуваку. Кожаная броня. И давайте будем строить как раз-таки... Что там у нас? Радиостанция, да? Да, радиостудия. 600 она у нас стоит. Строим ее вот здесь. И есть ли у нас чуваки с харизмой? Давайте посмотрим. Так, мне нужна харизма. Эмиль Харди, ну ты у нас ушел. Ушел на пустоши. Еще кто-то есть харизмы? Меган. Так, Памела. Вот, Питер Браун как раз-таки. А почему бы и нет? Питер Браун, прости, ты не будешь поваром. Хотя ты крутой повар, но все же. Харизма у тебя тоже неплохая, так что давай, дуй сюда. Будешь нам... Извиняй, не туда. Немножко попутал. Будешь нам завлекать новых людей. Так, интересно, эту комнату можно ускорять? Сейчас посмотрим. Вдруг ее можно ускорять, и мы сейчас ее будем ускорять, пока не наберем кучу людей. Давайте посмотрим. Итак. Нет, ее ускорять нельзя. Это печально. Сколько там? 2 часа он будет работать. Ну, я думаю, к следующей серии уже как раз-таки будет у нас житель. И отсюда, и родят еще одного ребенка. В общем, все очень неплохо продвигается. Что-то мы будем строить дальше. 24 жителя, и мы будем строить комнату для тренировок. Неплохо. Будет у нас качалка, фитнес-зал. И давайте, друзья, будем на этом прощаться. Неплохая серия. Мы привлекли нового жителя, точнее, он нам выпал. Мы построили радиостудию. В принципе, неплохо, довольно все плодотворно у нас идет. Я надеюсь, мы темп не будем сбавлять, и в следующей серии продолжим так же. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрикс, и мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте в Fallout Shelter, любите уточек, всем пока!